Здравствуйте, ребята! Сегодня мы в гостях у самого чудесного доктора во всей галактике. Его зовут космический доктор Кот. Смотрите, что у нас здесь есть. Это его волшебный чемоданчик. А вот и он, космический доктор Кот. Мур-мяу! Всем большой космический привет! Привет, ребята! Здравствуй, Катя! Здравствуй, доктор Кот! Я вижу, ты в приподнятом настроении. Да, сегодня же мой праздник. Какой сегодня праздник? Я же космический доктор Кот, а сегодня день космонавтики. Точно, поздравляю. Спасибо, я так рад, что хочется петь. Мур-мяу, мур-мяу, на космос. Интересно, а как в космосе празднуют день космонавтики? О, все звезды и планеты танцуют вокруг орбиты и кружатся. А мой друг Пин-Пин сделал настоящую ракету. Ну что ж, отправляемся с нашим героем Пин-Пином в космическое путешествие. Микроб-космонавт. Красный, потому что красный. Летел. Ого, как красиво. Ага, а какой сегодня праздник? Не знаю, красный, может, у кого-то день рождения. Ха, а может быть, это нас встречает? Конечно, нас! У нас же самый быстрый космоцикл! Точно! Смотри, а это кто? Ого, это же человек! Стой, куда ты? Вы, правее, давай, левее! Осторожней, осторожней! Мы падаем! Упырчатый! Да, здорово, мы с тобой шандарахнулись об эту штуку. Ага, а почему ты за дорогой не следил, а? Засмотрелся, красиво же было. Да, красиво. Вы зачем мою ракету сломали? Какую ракету? Вот эту. Я на ней хотел микробов в космос запустить. Это ракета? Ракета. Ракета. А чего она такая странная? Она старая. Первая космическая ракета. Ух ты, круто, если она полетит. Ага. Я ее сам собрал. На такой сам Гагарин летал. Кто-кто? Гагарин, ага. Самый первый космонавт. Ого, откуда ты все знаешь? Папа рассказал. А микробы никогда не летали. Ой, микроб, привет, а ты что здесь делаешь? Привет, микроб. Хочу полететь в космос. Да, а микробы еще не летали. И не полетят, ведь ракета сломана. Ну это если да, первая и с первым микробом, если полетит, будет круто. Ага. Да. Мы же крутые. Крутые. Поможем малышне? А то. А? Давай, соберем ее. Ура! Как здорово! Да, давай, давай, тащи ее сюда, тащи, давай, давай, цепляй, осторожно. Это нужно поднимать, ага. Давай, цепляй, ага, поднимай, давай. Цепляем, ага, давай. Вот, пупырчатый, осторожно. Так. Давай, залезай, микроб. Ага, готов. Взлетаем. Взлетаем. Я ко всему готов. Ура! Пока, Пин-Пин. Смотри, твоя первая ракета взлетает. Космонавтики! Ура! 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 Так круто! Ура! Пам-парам, пам-парам! Первая ракета летает тут и там! Ракета первая в космосе летает! И микроб-астронавт всех с праздником поздравляет! Как это здорово! Как это здорово! Моя ракета в космосе летает! Когда я подрасту, я тоже полечу. И обо мне весь мир тогда узнает. Музыка.
однажды малыши решили достать звезду и загадать желание. Посмотри, какое красивое небо! Какая там красивая звезда! Ой, а давай ее достанем и загадаем желание! Давай! Ой, ну она так высоко! Был бы я большим, я бы ее легко достал! Да, это точно! Достанем ее и загадаем! Поскорее вырасти! Давай скорее попробуем! Давай, давай, давай! Эх! Не получается! Нужно что-то придумать! Да. Смотри, что я нашел! Вставай на стул! О, отличная идея, сейчас попробуем. Оп. Так, так, давай. Оп. Тянусь. Ой, давай, давай. Тянусь. Ой, не получилось. Давай я попробую. Давай. Так, давай, 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 давай. Эх. Давай, тянись. Не получается, никак не получается. Нужно что-то другое. Пойду искать. Вот, нам поможет лестница. Ого. Ура, вот теперь у нас точно все получится. Так, давай залезай. Ага, ага. И раз, и два, и три. Еще чуть-чуть, давай. Она падает. Ха-ха, ура! Побежали загадывать желание. Она убегает! Ой, куда же ты, звездочка? Звезда, подожди! Держи ее! Ой, какая она яркая! Давай, да, давай загадаем давай скорее желание! Давай скорее загадывать желание! Да! Раз, два, три! Ой, ай, ай, ай! Ой, кусается! Больно! Больно, очень больно! Больно, больно! Ой-ой-ой! Опять она убежала! Убежала! Догоняй ее! Ручки болят, звездочка их укусила! Мама! Мама! Дети, дети, что случилось? Что за шум? Мама, нас звезда покусала! Мам, нас звезда покусала! Как же так вышло? Мы достали звезду с неба, ага, чтобы загадать желание! Она нас укусила! Да! Ай-яй-яй! Дети, звезды не любят, когда их тревожат, поэтому они живут высоко-высоко на небе, чтобы никто их не мог достать и не поранил свои ручки. Нам нужно позвать доктора, чтобы он вам помог. Мурмяу, а вот и я. Здравствуйте, доктор. Что у вас случилось? Мы хотели загадать желание, а звезда укусила нас за ручки. Ага. Вот, теперь они болят. Ой. Малыши, покажите ваши ручки, пожалуйста. Сейчас мы все быстро исправим. Возьмем волшебный лунный крем. Ага, и помажем ваши ручки. И сразу все пройдет. Сначала тебе, мурмяу. Не-не-не. И теперь тебе, правильно? Ура, спасибо! Спасибо, доктор! На здоровье! Ручки теперь ручки совсем теперь не болят! Не болят. Ура! Ура! А теперь нам нужно найти нашу звезду и отпустить на небо. Может, она тут? Нет, тут ее тут. Нет. Идемте пошли, дальше. Пошли. Может, тут? Нет. Нет. Идем, идем. Мы ее обязательно найдем, не переживайте. Пойдем, пойдем скорее искать. А, вот же она, скорее сюда. Точно она! Ура, ура! Ура! Звезда нашлась! Теперь нашли нам нужно загадать волшебное желание, чтобы все были здоровы и счастливы. Пусть все будут здоровы и счастливы. Пусть все будут здоровы и счастливы. Молодцы, друзья. Вот видите, и наша звезда вернулась на небо. Секретный рецепт. Сегодня мы приготовим с вами съедобную звезду. Возьмите два кусочка белого хлеба, сыр и масло. А теперь положите один кусочек хлеба на тарелку и намажьте его тонким слоем масла. Потом берем кусочек сыра и кладем его сверху. А еще вы можете взять два разных сыра. Так будет еще вкуснее. Потом
Берем второй кусочек хлеба и накрываем им наш бутерброд. Аккуратно отрезаем по бокам кусочки, чтобы получилась звездочка. Ну вот, наша звезда готова! А самое главное, ваши ручки в порядке. Всегда ваш космический доктор-кот. Мур-мяу! Привет, ребята! Сегодня мы в гостях у самого светлого доктора во всей галактике. Его зовут космический доктор Кот. Смотрите, что у меня есть. Его космический волшебный чемоданчик. А вот и сам доктор Кот. Мур-мяу! Здравствуйте, мои космические друзья! Здравствуй, Оля! Знаешь, что мне напоминает солнце? Что? Лампочку. Действительно, сходство есть. Его тоже кто-то включает и выключает. Доктор Кот, а вы уже рассказывали ребятам, кто же это может быть? Нет. Я думаю, сейчас самое время. Кто выключает солнце? Ко, Пин-Пин. Укладывайтесь поудобней. Спокойной ночи. Солнышко ушло, и вам тоже пора спать. Спокойной ночи, ребятишки. Спокойной ночи, папа. Пин-пин. Пин-пин. Ты не спишь? Не, не сплю. А ты? И я не сплю. Пин-пин. Чего? А почему солнышко все-таки ушло? Может, оно обиделось? А, это все из-за тебя. Потому что ты не доел утром кашу. Нет, не из-за меня. Ты включил днем лампу. И раскидал свои игрушки. Вот уж нет. Это ты ловила солнечных зайчиков. Нет, нет, нет. Нет, нет. Слушай, а давай вернем солнышко. О, давай. А как? У меня есть конфета! Смотри! О, конфета! Отдай мне конфету! Сейчас закинем удочку и поймаем солнышко! Давай ловить! Цып-цып-цып! Цып-цып-цып! Гули-гули-гули-гули-гули! Цып-цып-цып! Эх, не получается! А может, песню споем? А давай! Солнце, солнце, выходи, яркий лучик подари, освети нам все вокруг, ты же наш веселый друг. Поиграем от души и возьмем карандаши, нарисуем твой портрет, вместе все споем куплет. Солнце, солнце, выходи, яркий лучик подари, освети нам все вокруг. Ты же наш веселый друг! Что-то не выходит. Кажется, я догадываюсь, в чем дело. Я покажу с помощью фонарика. Во, во всем виноват крокодил. Каждый вечер в одно и то же время он незаметно подкрадывается к солнцу и проглатывает его. Ой, это неправда. Все было по-другому. Все было по-другому. Как? На небе сидит космический жадный гномик. Он снимает с головы шапку и накрывает им солнце. Нет, это все крокодил. Нет. Крокодил. Гном. Крокодил. Гном. Нет, гном. Нет, гном. Крокодил, крокодил, крокодил. Так, 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 дети, что это вы тут раскричались? Быстренько все по кроватям. Пора спать. Пап, а кто выключает, кто выключает солнце? Угу. Все понятно. Укладывайтесь поудобнее, я вам сейчас все расскажу.
Баю-бай, Пин-Пин и Ко, солнышко уже зашло, нужно глазки закрывать, а не бегать и играть. С нашим солнцем все в порядке, оно будет прям к зарядке. Раз, два, три, четыре, пять, ночью деткам нужно спать, завтра будет новый день. Ну а ночь — большая завтра. Не хочу я завтра. Сейчас хочу. Но сейчас уже поздно, и нужно ложиться отдыхать. Спокойной ночи, малыш. Чтобы ты заснул, я спою тебе колыбельную. Колыбельную? Баю-баю, надо спать, чтобы завтра вновь играть. Ночь пришла, а это значит, что детишек ждет кровать. Месяц светит нам в окошко, спят мышата, птички, кошки. Папа с мамой тоже спят, чтобы отдохнуть немножко. Ну вот, опять надо спать. Совсем не хочется. Ну, не хочется. Доброй ночи, малыш! Ого! Говорящая луна! Да, я волшебная луна. А почему ты не спишь? Я не хочу спать! Я не люблю! Зачем вообще это нужно? Сейчас я тебе расскажу. Ночью, когда все засыпают, приходит время волшебства. Появляются волшебные феи, которые разносят волшебную пыльцу, чтобы малыши росли во сне. Я хочу поскорее вырасти! Но главное — не подглядывать за ними, иначе волшебство не сбудется. Значит, если я вырасту поскорее, я смогу делать все, что захочу! Играть сколько захочу! Конечно, сможешь. Но сначала нужно крепко заснуть. Но самое главное — не подглядывать. Тогда мне нужно срочно уснуть. Засыпай, малыш, а я спою тебе колыбельную. Волшебные создания ждут прихода ночи, засыпай скорее, это нужно очень. Чтоб чудесам свершиться, нужно им присниться. Они очень ждут, чтоб с тобою подружиться. Луна убедилась в том, что малыш уснул, и тоже легла спать. Малыш крепко спал до самого утра, а утром стал сильнее, взрослее и выносливее. Секретный рецепт. Сегодня я расскажу вам новый рецепт. Он называется «Фруктовая галактика». Готовьте вместе со взрослыми. Вам понадобится клубника, банан, апельсин и яблоко. Моем руки и фрукты. Начинаем готовить. Берем апельсин, делим на кольца и чистим. Еще кусочек.
разделяем, кладем на тарелку. Получилось солнышко. Делим яблоко пополам. Отделяем дольку. Получилась луна. Сделаем яблочную планету. Складываем дольки яблока и апельсина. Остались банан и клубника. Добавляем их на тарелку. Вкусная галактика готова! Угощайтесь на здоровье! Привет, ребята! Сегодня мы в гостях у самого доброго доктора во всей галактике. Его зовут Космический доктор Кот. Смотрите, что у меня есть. Его волшебный космический чемоданчик. А вот и сам доктор Кот. Мур-мяу! Здравствуйте, мои маленькие зрители. Здравствуй, Оля. Здравствуй, доктор Кот. Откуда ты сегодня прилетел? Я прилетел с зимней планеты, где лечил своего пациента. Вот почему ты так тепло одет. А на каких планетах еще живут твои пациенты? На планетах осени, весны и лета. Поэтому мне всегда нужно следить за погодой и одеваться правильно. Давай расскажем ребятам историю про времена года. Отлично! Отправляемся в новые здоровые приключения! Времена года. Папа! Папа! Пап! Я хотела маме сделать сюрприз и подарить гербарий. Что ж ты расстраиваешься? Прекрасный подарок. Здесь не хватает яркого листа. Я его не нашла, а подарить хочу уже сегодня. Так-так-так. О, не расстраивайся. У меня есть идея. Одевайся. Крошки микробу холодно зимой. Крошку микроба взял кто-то домой. Привет, микроб. Привет. Мы поищем здесь листья? Какие листья? Дерево их сбросило и спит. А я его сон охраняю. Нам нужен всего один, яркий, для мамы. Ах, для мамы! Здесь не найдете, но на планете моего брата таких полным-полно. Скорей летим к нему. Передайте ему снежинку в подарок. Пожалуйста. Держите. Конечно, передадим. Обязательно ее передадим. Спасибо, до свидания. Спасибо. О, что? Зачем? Вы кто такие? Здравствуйте, это вам от брата. Холодная, бррр. Я ж проснулся. Брат сказал, у вас тут листья есть. Какие листья? У нас тут еще весна. А где нам найти осенние листья? Наверное, на следующей планете. А я пойду посплю. Точно, Ко. Скорее летим туда. Ой, пап, а к брату без подарка, наверное, нельзя. Возьми цветок. Здравствуйте, это вам от брата. Ой! Здравствуйте. О, красивая. Пап, здесь тоже нет ярких листьев. Яркие листья? А зачем вам яркие листья? В гербарий, для мамы. Не расстраивайся, Ко. Хоть на одной планете, но мы их найдем. Вам нужно на третью планету к моему брату. Скорее полетим туда. Передайте ему, пожалуйста, вот эти вот чернила из черники. Ой! И привет. Конечно, передадим. Ага. Спасибо. Удачного вам полета. Спасибо. Пока-пока. До свидания. Ура! Здесь яркие листья.
Дядя! Здравствуйте! Добрый день! А это вам от вашего брата. Чернила из черники! Теперь я смогу стихи записывать! Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало. Короче становился день. Лесо, па, это его стихи? Это Пушкин. Его стихи знают даже микробы. А можно сорвать вон тот красный лист? Он так высоко, никак не достать. Подождите, скоро сами опадут. Нам некогда ждать. Ох! Ура! 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 Спасибо большое! А мы с сюрпризом! Мама, это тебе сюрприз! Ой, какая красота! Спасибо большое! Зима и лето, осень и весна. Всегда-всегда прекрасная пора. Снежная планета. Однажды на снежной планете космические малыши решили покататься с горок. Какие снежные горки! А давай-ка мы скатимся, а? Ты первый будешь скатываться. Я? Ну, хорошо, давай. Ой, здорово! А давай ты тоже скатывайся. А теперь катай его по снегу. Теперь он должен у тебя увеличиться. Снеговик у нас должен состоять из трех частей. Теперь давай составим шары вместе. Давай, давай. Нужно на самый большой шарик положить поменьше. И самый маленький кладем на второй. Вот так у нас получается снеговик! Ура! Ура! Может, снежки поиграем? Да, давай! Сейчас мы скатаем снежки и как запульнем! Давайте я посмотрю, что у вас случилось. Для начала нам надо провести обследование. Давайте померим температуру. 37,9. Давай теперь у тебя померим. 38. Температура поднимается. Теперь я посмотрю ваше горло. Открывай ротик, дружочек, и скажи «А-а-а». Ой, какое же красное горлышко! Скажите, дети, а вы долго играли на улице? В общем, доктор, мы просто сегодня лепили снеговика, а потом долго играли. И в общем, так получилось, что мы пробовали снег на вкус. Мурмяу, теперь я понимаю, почему у вас такое красное горлышко. Снег есть нельзя, и находиться долго на улице в холодную погоду тоже.
Обработаем ваше горло специальным лекарством, и я дам вам витамины, которые поднимут ваш иммунитет и помогут вам скорее выздороветь. И еще я подарю вам теплые шарфы. Держите, ребятки. Теперь бегите домой к родителям. Ложитесь в постель. Пейте больше воды и согревающего чаю с лимоном, а также медом и теплым молоком. Это не только вкусно, но еще и полезно. А сейчас секретный рецепт. Мы с вами научимся готовить согревающий чай. Готовить чай нужно со взрослыми. Вскипятите воду, заварите черный чай, добавляйте ингредиенты по вкусу. В чай можно добавить всеразличные ягоды, например, клюкву или малину, и ложечку меда. И вот, ваш чай готов! Такой чай особенно приятен в холодное время. Будьте здоровы! Ваш доктор Кот. Здравствуйте, ребята! Сегодня мы в гостях у самого доброго доктора во всей галактике. Его зовут Космический доктор Кот. Смотрите, что здесь есть. Это его волшебный чемоданчик. А вот и он, Космический доктор Кот. Мурмяу! Здравствуй, Катя! Вов, привет, ребята! Мы не опоздали? Это мой друг, собака-полицейский. Вов-вов! Здравствуйте, друзья! Очень приятно познакомиться. Сегодня нам пришлось помочь одной звездочке, которая заблудилась и не знала, куда лететь. Но хорошо, что она знала свой адрес, и мы смогли ей помочь. Это очень важно, знать свой адрес и как зовут ваших родителей. Ага. Вот именно об этом будет сегодня наша история. Вов! Отправляемся с нашими героями в новое приключение. Вперед к здоровым приключениям! Это важно знать. Давай, с разгоном. И раз, и два, и бах! Ой, давай еще раз сильнее. И раз, два, три, и давай. Бах! Пырчик не работает, надо его как-то по-другому ловить. Знаю, нам надо залезть повыше и прыгнуть на этот шар. И если мы прыгнем сверху, он наверняка лопнет. А что вы тут делаете? Лопаем воздушный шар. Здорово, Пин-Пин. Сейчас как бабахнет, смотри. Давай, раз, два, прыгай. И бах! И бах! Не получается. Ой. Не получается. Надо что-то лопательное принести. Пин-Пин, а ты что там стоишь? Иди сюда. Ага. Посторожишь наш шар? Ага, иду. Ага. Да ты что, он упустит наш шар? Не упущу, честное слово, честное-пречестное. Держи крепко. Ага. Вот так. Все, давай, мы мигом, Пин-Пин. Какой красивый шарик. О, привет, Ко! Вау! Привет, Пин-Пин, а ты куда? Тут так красиво! Ого! Я на шарике лечу, на планеты я гляжу. Как же тут красиво кругом! У-ху! Мам, я тоже хочу воздушный шар. Пин-Пин улетел, и я тоже хочу. Как улетел? Куда улетел? Немедленно звоним собаке-полицейскому. Собака-полицейский слушает. У меня сын на воздушном шаре в космос улетел. Да. Дайте мне понюхать его любую вещь. След взял. И опа! О, привет! А ты чего планету мою трясешь? Я случайно. Я домой хочу. Лети. А я не знаю куда. Давай помогу. Ты кто? Я Пин-Пин.
Откуда? Из дома. Адрес свой знаешь? Нет. А маму с папой как зовут, знаешь? Да, мама и папа. Раз не знаешь адреса и имен родителей, придется тебе остаться здесь, со мной. Как здесь? Не, я здесь не хочу, я домой хочу. Прячься! Уаф! Кия! О, Пин-Пин, я тебя нашел! Летим-ка домой! Как здорово! Ура! А то я совсем потерялся! Ох, Пин-Пин, ну почему ты не отпустил воздушный шар? Но я же дал честное слово, что его не отпущу. Ах, спасибо, что вы его нашли. Да, спасибо вам большое. Собака-полицейский, вов, всегда рад помочь, вов. Знай свой адрес, имя и фамилию, а также как родителей зовут. Даже если вдруг ты потерялся, то тебя всегда домой вернут. Вов, однажды в далеком космосе космические хулиганы и микроб играли в догонялки. Ты точно космическая черепаха! Пупырчатый тормози, там метеорит! Смотрите, а у нас потоп из газировки. А я мечтала о таком всю жизнь. А можно пить эту газировку? Давайте попробуем. Ой, сладенькая такая. Вкуснятина. Ой, мамочки мои, это что такое? Это потоп? Нужно срочно звонить в службу спасения. Полиция, кто-то устроил самый настоящий потоп. Ой, нашу планету затопило газировкой. Приезжайте скорее, я вас умоляю. Я! Ожидайте, сейчас я буду. Я мистер полицейский. Кия! Я знаю приемы карате. Ой-ой-ой! Они щипят ужасно. Ой, наверное, все из-за этой газировки. Я ничего не вижу. Кия, без паники. Сейчас позову доктора кота, и он поможет твоим глазкам, дитя мое. Здравствуйте, доктор кот, алло. Планету затопила газировкой, она попала в глаза детям, и теперь у детей щипят глаза. Прилетайте скорее! Мурмяу, я срочно вылетаю. Мурмяу, мурмяу, здравствуйте, а вот и я. Что у вас здесь произошло? Да, помогите, доктор, пожалуйста, сделайте что-нибудь. Давайте сейчас промоем глазки, и сразу станет лучше, хорошо? Вот чистая салфеточка и вода. Промываем. Ой, я, кажется, начинаю что-то видеть. Да, больше ничего не щипит. Я все вижу. Спасибо вам большое, доктор, и глазки больше совсем не болят. Нужно помыть планету чистой водой. А вот и чистая вода. И раз, и два, и три. Все смывай на своем пути. У-ху! Ура! Я! Миссия выполнена. Планета чистая. Уаф! Ура! Мы отмыли планету от газировочки. Спасибо большое, мистер полицейский. И спасибо большое вам, доктор. Спасибо всем, кто помогал. Я! А теперь, друзья, мне пора расследовать это дело. Всем пока-пока. Ваш мистер полицейский. Честь имею. Уаф! Мурмяу. Дорогие мои, я рад, что я помог вам справиться с газированным потопом.
И теперь я могу спокойно вернуться к себе на планету и помогать другим пациентам. Но на прощание я, как всегда, расскажу вам очень интересный рецепт. Секретный рецепт. Сегодня я расскажу вам, как готовить вкусные и полезные коктейли. Обязательно попросите взрослых вам помочь. Берите свои самые любимые фрукты. Яблочки, груши, бананы, вишню и киви. Мой любимый коктейль из груши и черники. Тщательно помойте их и промокните салфеткой. Фрукты нужно нарезать и убрать косточки. Кусочки фруктов кладем в блендер и измельчаем. Получается вкусный и полезный коктейль. Наливаем напиток в стакан, и вот коктейль готов! А вы знаете, что вкусные коктейли можно готовить не только из фруктов, но и из овощей? Попробуйте смешать огурец, мяту и яблоко. Получится, ну, очень красивый и зеленый сок. Здравствуйте, друзья! Сегодня мы в гостях у самого доброго доктора во всей галактике. Его зовут Космический доктор Кот. Смотрите, что здесь есть. Это его космический чемоданчик. А вот и сам Космический доктор Кот. Мурмяу! Привет, Катя! Мурмяу, привет, ребята! Здравствуй, Космический доктор Кот! Ну что, как дела в нашей галактике? Все ли здоровы? Все хорошо и все здоровы. Но ты знаешь, недавно с одной моей знакомой произошла история. Эта история произошла с малышкой Ко. И сейчас она нам ее расскажет. Говорительная идея. Машина едет, би-би-би, все с дороги уходи. Эй, привет, Пин-Пин! О, привет, Ко! Пин-Пин, у меня веселая пинательная идея! Пинательная идея? Это как? Смотри! И... оп! А? И... О, здорово! Смотри! И... Ой! Ой, что случилось, Ко? Ножку ушибла. Надо маме сказать. Да ладно! У меня же есть вторая ножка, а эта сама пройдет. А как же ты будешь играть в мяч? Смотри, и... оп! Ой! Дети, с мячом идите играть на улицу. Мама, Ко пинала мяч и... Пин-пин, ты водишь! О, ща догоню! Три, четыре, пять, шесть... Семь, восемь, девять, и десять, и одиннадцать, двенадцать, тринадцать! Ого! Вот это да! Вот здорово! Лови, Ко! Оп! И аут! Ну, давай! Ого! Вот это да! Как здорово! Ко, а почему мячик так летает? Это же космический мяч! Смотри, как я могу! Ух ты! Сейчас мячик в космос улетит! Вау! Ого! Разбегайся! Сейчас еще сильнее будет. Смотри. Ой-ой-ой. Пин-пин, я не могу встать. Мама! Мама! Что случилось? Дети? Ко, почему ты лежишь? У Ко ножка болит. Мам, она и раньше болела, но я забыла сказать тебе. Ой-ой-ой. Надо срочно звонить космическому доктору-коту. Ага. Мурмяу. Алло,
Это космический доктор Кот. Алло, доктор Кот. Да, это я. Что у вас случилось? Срочно прилетайте. У Ко ножка. Понятно. Мурмяу, вылетаю. Мы летаем от планеты к планете. На космической лечебной ракете. От планеты к планете летаем. И инопланетным больным помогаем. Мурмяу. Мурмяу, я наклеил тебе лечебный космопластырь, и скоро тебе станет лучше. Все, можно играть в мяч? Пока нет. Если бы ты сразу сказала маме про ножку, тогда бы мы быстрее ее вылечили. Ну да. А теперь тебе нужно полежать в кровати пару дней, чтобы выздороветь. Ох. Ой, а у меня новая говорительная идея. Говорительная идея? Это как? Если что-нибудь заболит, я сразу скажу об этом маме. Мяу. Здорово! Я тоже буду говорить маме. Мяу. Молодцы, мурлыши. До свидания. И будьте здоровы. Мур-мяу. Спасибо, космический доктор Кот. Спасибо, космический доктор Кот. Однажды на зеленой планете космические малыши решили перепрыгивать лужи. У меня. Я самый классный микроб на свете, но, к сожалению, нет друзей у меня. Кто меня вызывал? Мы тут просто вот микроб, и мы все, мне кажется, заразились, наверное. Сейчас проверим. Так это же не опасный микроб. Микробы бывают не только опасными, но и полезными. Этот микроб точно не опасный. Но я споткнулся об него и упал. Значит, он опасный. Нет, я не опасный, честное слово. Давай посмотрим на твою рану. Ой, какая у тебя грязная коленка. Я буду промывать рану дезинфицирующим средством. А вы дуйте посильнее, чтобы не щипало ранку, хорошо? Осталось наклеить специальный пластырь, и сразу станет легче. Моя коленка в порядке. Замечательно. Мур-мяу. Я рад, что тебе лучше. Пойдем с нами играть. Ну что? Побежали! 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 Побежали!
будьте здоровы! А теперь, когда все в порядке, я расскажу вам, как приготовить вкусный молочный коктейль. Готовьте его с родителями. Секретный рецепт. Вам понадобится молоко. Мурмяу, как я люблю молоко. И черника. Вы можете взять свежие ягоды, варенье или готовый сок. Не забывайте мыть руки перед приготовлением пищи. Все ягоды нужно обязательно промыть. Итак, готовы? Начнем готовить самый вкусный милкшейк. Берем чистые ягоды, кладем их в стакан и аккуратно давим ложечкой, чтобы ягоды пустили сок. Первый ингредиент готов. А теперь берем молочко. Аккуратно наливаем молоко в стакан с ягодами. Видите, как молоко изменило цвет? Сначала оно было белое, а теперь, как по волшебству, стало фиолетовым. А теперь давайте аккуратно помешаем ложкой наш волшебный коктейль. Ну, или смешаем его в блендере. Итак, самый вкусный молочный коктейль готов! Привет, ребята! Сегодня мы в гостях у самого вежливого доктора во всей галактике. Его зовут Космический доктор Кот. Смотрите, что у меня есть. Это его космический волшебный чемоданчик. А вот и он. Мурмяу! Здравствуйте, дорогие друзья! Привет, Оля! Здравствуйте! Доктор Кот, наши малыши часто спрашивают, что такое вежливость? Это очень важный вопрос. Вежливость – это когда ты не обижаешь других и выручаешь тех, кому нужна помощь. И все? Так просто? Да, так просто. Прекрасно. Тогда вместе с нашими героями расскажем историю про то, как важно быть вежливыми. Угу. Магия вежливости. Да. Ай. Ага. Вкусно. Ого, пупырчатый, ты слышал? Ага, это у меня в животе. Ого, точно. Ты что, голодный? Очень, сейчас бы схрумкать что-нибудь. Ха, пупырчатый, а давай поищем. Ой. Ну давай я посмотрю. Так. Так. Ищи ням-ням. Ну, что там? Доктор Кот спешит на вызов. Собака-полицейский работает на пляже. Ой, он нас заметил! О-о-о. Так, о, нашел! Там пикник и разные вкусняшки! Не может быть, правда? Правда, летим скорее туда! Полетели, да, бежим! Да, скорее, быстрее! Оп, всем привет! Добро пожаловать на волшебный пикник! Вас ждут незабываемые развлечения. Так. Добрый день, красный, пупырчатый, садитесь, сейчас будут фокусы. А вкусняшки? А вкусняшки будут после фокусов. А долго ждать? Тише, ребята, смотрите, абра. А я знаю, что сейчас будет. А я не знаю. А хочешь, расскажу? Это невежливо, пожалуйста, не мешайте. Абракадабра! Подумаешь! Пожалуйста, не мешайте. И вообще, мы сюда за вкусняшками пришли. Красный, у меня идея. Давай сейчас вкусняшки съедим. Давай.
Особенный фокус. Исчезающие вкусняшки. Абракадабра. Эй! Вот это да! Вот это да! За чего за дела? Верните вкусняшки. Чтобы они появились, нужно произнести волшебное слово. Это какое? Пожалуйста. Пожалуйста? Не слушай его, это, наверное, вранье. Пожалуйста, можно пожалуйста, нам вкусняшки? Можно нам по кусочку вкусностей? Конечно, ребята. Абракадабра. Спасибо, мистер Зео. Спасибо, мистер Зео. Ерунда какая-то. Пупырчатый, а давай рискнем. Пожалуйста, а можно мне тоже кусочек? Пожалуйста, припожалуйста. Конечно, абракадабра. Ух ты, волшебство. Не волшебство, а обычная вежливость. Ладно, и я попробую. Можно и мне это, но как его это? И пожалуйста. Абракадабра. О, спасибо, мистер Зео. Удивительно. Оказывается, вежливым быть так просто? Так просто, ага. А иногда и очень вкусно. И вкусно. Вежливость, вежливость – это очень просто. Вежливость, вежливость для маленьких и взрослых. Есть два волшебных слова – спасибо и пожалуйста. Их не забывайте даже во время шалостей. Малыш с железной планеты получил подарок на день рождения. Смотри, я принесла тебе новую игрушку. А что это? Это самый умный и новейший робот во Вселенной. Играй на здоровье, только не ломай его. А, хорошо, мам. С чего бы начать? Ага, знаю. Привет, робот! Привет, малыш! А, здорово! Как тебя зовут? Меня зовут робот. А что ты умеешь? Я все умею. Прыгать умеешь? Как здорово! А какие игры ты знаешь? Я знаю много игр. Космические считалки, например. Ой, а как в это играть? Научи меня. Раз – Меркурий, два – Венера, три – Земля, четыре – Марс, пять – Юпитер, шесть – Сатурн, а еще Уран, Нептун, а еще учтем Плутон, наше Солнце – чемпион. Ты водишь, догоняй меня. А я люблю танцевать. Ты умеешь вот так вот? Повторяй. Эй, робот, вставай! Робот! Привет! Что случилось? Почему ты плачешь? Привет! Мне вот подарили робота, но он сломался. Ой, это же робот из самого последнего поколения с голосовым управлением. Как жаль, что он сломался. Я думал, что он не ломается. Я знаю, что делать. Здравствуйте, дети. Здравствуйте. Это я вам звонил. Вот мой друг, а это его робот. Нужно его осмотреть и послушать, что у него внутри. Никаких скрипов я не слышу, значит, внутри все в порядке. Посмотрим снаружи. Мурмяу, кажется, я понял, в чем дело. У него села батарейка, и ему нужно подзарядиться. Давайте отнесем его на станцию зарядки. Давайте. Чтобы робот мог с вами играть, его нужно заряжать. Когда лампочка зеленая, робот готов играть. А когда лампочка красная, робота надо зарядить. А
Ух ты! Мне кажется, робот заработал. Спасибо, доктор! Вы вылечили моего робота! Я рад был помочь. Дети, помните про электричество. Не используйте розетки и зарядные устройства самостоятельно, а только в присутствии ваших родителей. Секретный рецепт. Сегодня я поделюсь с вами моим любимым рецептом вкусного снека. Он заряжает энергией на целый день. Готовьте его со взрослыми. Итак, вам понадобится свежие яблоки, клубника и очищенные семечки и ягоды. Обязательно мойте фрукты. Яблоко разрезаем на дольки. В каждой дольке вырезаем отверстие. Очищенные семечки втыкаем в подготовленные отверстия. Берем клубнику и аккуратно режем ее на тонкие слои. Получаются плоские сердечки. Берем одну дольку клубники и вкладываем ее в отверстие. Остается только добавить две ягоды сверху. Вот теперь наш веселый монстрик готов! Ешьте на здоровье вкусный и полезный снэк! Всегда ваш космический доктор Кот! Мур-мяу! Привет, ребята! Сегодня мы в гостях у самого счастливого доктора во всей галактике. Его зовут Космический доктор Кот. Смотрите, что здесь есть. Это его волшебный чемоданчик. А вот и сам Космический доктор Кот. Привет, друзья! Мур-мяу! Здравствуй, доктор Кот. А я знаю, почему ты надел такой замечательный колпачок. Почему? Потому что у тебя сегодня день рождения, и мы с нашими маленькими зрителями поздравляем тебя. Спасибо. Спасибо большое, мои мурлыши. Это был чудесный праздник, и мне очень хочется его показать вам. И, конечно, он не обошелся без шалостей. Отлично. Давай покажем, кто же пошалил на твоем дне рождения. Вперед! Нас ждут здоровые приключения. Космический день рождения. Ой, как здорово! Ко, я так рад, что мы летим к доктору Коту на день рождения! Да, мне не терпится попасть на этот праздник. А как думаешь, там будут воздушные шары? Конечно, это же день рождения, там будет торт. Торт? Со свечками. О, как здорово! Слушай, я так соскучился по Зео. Я тоже. Он такой классный. Он такой красный. А как думаешь, там будет собака-полицейский? Обязательно, это же его друг. Здорово, какой отличный подарок мы придумали для доктора Кота. Конечно. Отличный космокомпас. Да уж, еще бы. Что надо, космокомпас? Так, опять не туда прилетели. Нам же нужно на планету грязи. Здрасте, мордасти. Мы Пин-Пин и Ко. Ха-ха, да это шутка такая. Ай да по лужам прыгать. Нам пачкаться нельзя. Почему? Мы идем на день рождения к доктору Коту и подарим ему космокомпас. Чё? Ну это штука, с помощью которой можно найти любое место. Ого, нам бы такой. Ага, а зачем? Да чтобы сразу попадать туда, куда нужно. А, да, классная штука. Подожди-ка, Пупырчатый, я тебя позвали на праздник? Меня нет. И меня. Так, у меня идея. Давай, давай, давай. Так, давай. Давай, туда! Да нет, нам в другую сторону! Вот бы сейчас там космокомпас! Вот точно! Смешная история, доктор Кот. Как интересно. Так, вон он! Пошли! Да, тихо. Это смешная история, доктор Кот. Давай, давай дальше.
Вот, еще немного. Давай. Что, космокомпас? Торт. Балбес, нам компас нужен. Да нет, торт, сначала торт. Да нас все увидят. Да нет, нам торт, я без торта не уйду. Привет, мои мурлыши, как хорошо, что вы пришли. Ой. Угощайтесь тортом. Ничего, что мы без приглашения. Так вот же оно. Так это приглашение? Ого. Ну, конечно, вы же мои друзья. Док, мы читать-то не умеем. Ох, вы мои мурлыши, я обязательно научу вас читать. Спасибо. А ты, пупырчатый, держи космокомпас. У меня запасной есть. А что, так можно было? Ну, конечно, ведь здорово не только получать подарки, но и дарить их. Спасибо, космический доктор Кот! С днем рождения! С днем рождения! Мурмяу, спасибо, давайте веселиться! С днем рождения, кота! С днем рождения, кота! С днем рождения, дорогого космодоктора кота! С днем рождения! А что, еще раз, да? Ну ладно! С днем рождения, кота! С днем рождения, дорогого космодоктора кота! Потеря голоса. Рогач готовится к большому выступлению и репетирует песню. Он внимательно учит ноты и поет. Внезапно поднимается сильный ветер и мешает рогачу закончить репетицию. Привет, рогач! А я пришел послушать, как ты репетируешь свою новую песню. А где же твои ноты? Мама! Что случилось? Мама! Ты что, потерял их? Ох, не может быть! Ты же потерял и свой голос! Как же ты теперь будешь петь на празднике? Нам нужно срочно найти твой голос! Я знаю, что надо делать! Если что-то потерялось, надо звать полицию. Я! А вот и я! Что тут у вас произошло? У нас беда. Рогач потерял свой голос и теперь не может петь на празднике. Раз потерял, будем искать. Кия! Кия! Может быть, он тут? Нет, тут нет. А здесь? И тут нету голоса. И тут? Нигде нет голоса. Мы никак не можем найти твой голос. Нам нужна помощь. Я знаю, кто нам сможет помочь.
Мы сейчас пойдем к доктору Коту. Он всегда нас выручает. Да-да-да. Идем со мной, Кия! Сейчас мы найдем твой голос. Кия, Кия! Кия, Мурмяу, что случилось? Это знаменитый на всю галактику певец. Его зовут Рогач, и он потерял свой голос. Потерял голос? Голос потерял. О, так это ж суперзвезда, надо взять автограф, здрасте. Сейчас будем спасать нашего певца. Нам понадобится волшебная микстура, чтобы вернуть голос. Так, давай-ка выпьем ложечку. А еще одну. Ну, как ты себя чувствуешь? Наби. Замечательно! Твой голос вернулся. А чтобы больше не терять голос, нужно держать горло в тепле. Смотри, я подарю тебе красивый шарф. Будь здоров! Так друзья помогли Рогачу найти его потерявшийся голос и спеть песенку на празднике. Секретный рецепт. Друзья, сегодня мы будем готовить веселый паровозик. Готовьте вместе со взрослыми. Нам понадобится огурец, сладкий перец, красный, желтый, зеленый. И подготовим огурец. Делим перец пополам. Убираем хвостик и семечки. Делаем полоски. А теперь собираем паровозик. Соединяем перец и огурец. Получился вагончик. Кладем внутрь готовые полоски. Вкусный паровозик готов! Угощайтесь на здоровье! Привет, ребята! Сегодня мы в гостях у самого доброго доктора во всей галактике. Его зовут Космический доктор Кот. Смотрите, что у меня есть. Его волшебный чемоданчик. А вот и сам доктор Кот. Ух, еле успел. Фух. Здравствуйте, мои маленькие зрители. Здравствуй, Оля. А можно мне молока? Конечно, можно. Вот, пожалуйста. Спасибо. Доктор Кот, откуда ты так спешил? Мне позвонили и попросили помочь. Я сразу же поспешил на вызов. Но представляешь, когда я прилетел, на месте никого не оказалось. Возможно, кто-то пошалил, а это нехорошо. Скорее всего, надо рассказать нашим юным зрителям, чтобы они никогда так не делали. Вот сейчас мы узнаем, кто же все-таки подшутил над доктором Котом. Вперед! Нас ждут здоровые приключения! Приключенческий характер. Зарядка. Ну давай вместе. Давай вместе. Красный, не мешай. Я замышляю очень веселую шалость. Чего? Ага, мы позвоним космическому доктору Коту и скажем, что у меня болит рука. Гениально. Но у тебя же не болит рука. Вот именно! Мы его обманем! Алло,
Ракета космического доктора Кота. Что у вас случилось? Ой-ой-ой! Прилетайте поскорее сюда! У меня рука болит! Немедленно вылетаем! Звонил хулиган Пупырчатый, сказал ой-ой-ой и что у него болит рука. Ай-яй-яй-яй, он не сказал, что случилось? Нет, он сказал ой-ой-ой. Ой-ой-ой, это серьезно, Зео. Мы немедленно вылетаем. Мурмяу. Мы летаем от планеты к планете. На космической лечебной ракете. От планеты к планете летаем. И инопланетным больным помогаем. Мурмяу. Красота, красота, обманули мы кота. А что мы ему скажем, когда он прилетит? Не знаю, я об этом еще не думал. А почему ты спрашиваешь? Ну, я вижу, как он идет сюда. Красный, прячемся! Ау, ау. Зео, никого нет. А мы точно прилетели в правильное место? Конечно. Пупырчатый так и сказал. Прилетайте сюда. Как же так? Мне кажется, этот хулиган Пупырчатый нас обманул. Да, какая-то неприятная ситуация. Ой-ой, тихо. Док, полетели. Нам сегодня еще много кому нужно помочь. Здорово мы его провели. Здорово получилось. Ай-ай-ай. Ай, моя нога! О, ты ушибся? Зачем? Случайно! Мне нужен космический доктор Кот! Алло? Пупырчатый, ногу ушиб! Вы опять шалите? Мы сегодня уже были там и никого! Пупырчатый! Ай. Это они говорят, что не приедут, говорят, что шалим! Ай-ай! Ой-ой-ой, моя бедная нога, дай мне телефон. Мурмяу. Простите нас, мы вас обманули, а я ногу взаправду ушиб. Приезжайте скорее. Куда? Сюда! Ну вот, теперь лучше? Ой, да, лучше, спасибо и простите нас. Я вас давно простил. В следующий раз будь аккуратнее с радостными прыжками. И запомните, если у вас ничего не болит, не нужно звонить доктору. Звоните только, когда вам действительно нужна помощь. Гениально! Если ничего не болит, не нужно звонить доктору. Ну все, до свидания и будьте здоровы. До свидания! Мы летаем от планеты к планете. На космической лечебной ракете. От планеты к планете летаем, инопланетным больным помогаем. Мурмяу. Здоровая галактика. Всех жителей позвали сделать прививки, чтобы они были здоровы. Заходите, мурмяу. Вакцинация, иллюминация. Зео, ты опять играешь в телеведущего? Ага, док. Спасибо, доктор. Будьте здоровы. Следующий. Вуф, и я! Спасибо, док. Да, на здоровье. Ой-ой-ой, страшно! Мадам, проходите, проходите! Ой-ой-ой-ой! Ой, проходите, я не тороплюсь! Ой-ой! Пожалуйста, пожалуйста, проходите! Только после вас! Ой. А, щекотно! До свидания! Пока-пока! Пока! Ух, какой длинный день! Зео, посмотри, там кто-то остался или нет? Угу. Нет, док, там больше никого нет. Хорошо, значит, все будут здоровы.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой, сбежал, как страшно. Ой-ой-ой. Надо скорее спрятаться. Куда же, куда? Ой-ой-ой, сюда. Или сюда. Вот, тут не видно. Или видно. Ой-ой-ой-ой, тут меня видно. Ой-ой-ой. Так, что делать? Что же делать? Я так боюсь уколов. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Полежу-ка я. Ой, что-то, что-то нехорошо. Ой-ой. Ой, нехорошо. Ой, кажется, я заболел. Мурмяу, кто тут заболел? Кажется, я. Сейчас мы вас вылечим. Так. Ай-яй-яй-яй-яй, какой вы горячий! Ой-ой-ой! Вы что, не делали прививку? Их делают, чтобы не болеть. Посмотрим температуру. Так, посмотрим, ага. Мурмяу. Ой-ой-ой-ой-ой. Теперь посмотрим горло. Ага, молодец. Так-так-так, все понятно. Ой-ой-ой, кажется, я знаю, что делать. Нам нужно посмотреть на вашу спину. Так, так, смотрите, там, кажется, что-то есть. Ой, щекотно. Доктор, вы меня щекотите. Вам же было совсем щекотно, правда? Да. Это была лечебная щекотка, называется прививка. Ух ты, веселое лекарство, мне нравится. Теперь вы совсем скоро поправитесь. Вот видите, друзья, болеть совсем не интересно. Не надо бояться ходить к доктору. Да, это весело! Будь здоров! Дорогие друзья, в этой серии мы с вами узнали, что ни в коем случае не нужно бояться прививок. Они нам очень и очень нужны, чтобы не болеть. Запомнили? Какие же вы молодцы! Секретный рецепт. Вкусная азбука. Сегодня я расскажу вам про вкусную азбуку, которая живет в овощах и фруктах. В морковке есть витамин А. Смотрите! Если перевернуть морковку, она сама похожа на букву А. Морковка очень полезна для зрения, а еще она очень сладкая. В апельсине есть витамин С. Смотрите, если посмотреть на половинку апельсина, можно нарисовать витамин С. Этот витамин нам очень и очень нужен, особенно в холодную погоду, ведь он поддерживает наш иммунитет. А теперь очередь нашего нового витамина. Он называется Д. Этот витамин очень важен для роста. Он живет в курином яйце. Витаминов очень много, и они нужны, чтобы расти здоровыми и сильными. Будьте здоровы! Ваш доктор Кот!